Всем привет! Сегодня 1 августа. Вот на улице такая красота. Цветочки вовсю. У соседа цветут. У нас птички потихоньку размножаются. Здесь все загнездились. Красненький с черноголовым. Вон она сидит. А нет, это от другого. Красненькой, красноголовой. Но он в том гнезде. У черного, черноголовый здесь. Тут слева синий сидит. И красноголовый с черноголовой. Там он желтенький попискивает. С краешку сидят. Сейчас подкормил их немножко, насыпал, ну, поклевали. Вчера отсадил сюда молодежь, 4 зеленых и 2 желтых. Теперь высматриваю, кто из них самка, кто самец, чтобы отсадить к вот этим самцам. Эти повзрослее самцы. Ну, тут тоже у меня самки есть повзрослее. Ну вот, которых вчера молодняк, надо теперь выбирать и рассаживать их. Вон, птиц уже много, он решил на продажу выставить. Уж либо клетку делать еще одну, пока мне некому. Он там оставил одного вот этого, как желтый загородил. Вот он. Это от синей пары. Один самец. Ой, самец, псинец. Вот синяя самочка сидит там. Чешет чуть под крылом. Вот, услышал. И самец там уже сидит. У них вот была первая кладка. И один птенец. Из 3 выжил. И сейчас там еще у них 4 или 3, не помню уж. Вот здесь самочки в основном все сидят. Тоже там начинает февраля. Уже не помню, надо смотреть тетрадку там. Февраль, по-моему, апрель, май. Уже не помню. Ну, я записываю как бы. Надо будет разобраться. Там поймал птицу. Вычислить недолго. Какая откуда. Вот такие вот самочки у нас тут. Там кто замыкался. Здесь самцы. Пару самцов уже можно даже загнездить. Такие они готовые. Прям проявляют себя хорошо. Подсыпал тут все прироста, яиц, зерна, всяких вот там вкусняшек. Вот птица активная, все летает. Тут половину уже обработал, стронгхолдом тоже записал. Вот молодых еще не успел, чуть попозже. Вот вся птица активная, летает вовсю. Грызут этот какого. От подорожника эти колоски. Вот так вот. Тростнички вон там опять задумали гнездиться. Ну не знаю, что-то хочу их все-таки отдать. Хочу только, чтобы одни гульдики были. Тут половина птиц у меня с кольцами моими, половина, ну, меньшая часть без колец, потому что пока ждал, привезут, у меня уже птенцы были. Сейчас стараюсь всех кольцевать несъемными, там, с годом, со всеми делами.
если слушаете, там попискивает. Ну, лезть не буду, уже пугать. Температура 26. Ну, желтый во все заливается. Вот здесь как бы у меня взрослые пары, их я оставляю себе. Отсюда можно выбрать любую птицу, которая понравилась. Но здесь и у меня есть не родственники, можно подобрать и пару спокойно. Так что кого интересует, обращайтесь, подберемся. Птица вся здоровенькая, такая шустрая. Конечно, она немножко диковатая, потому что я тут не так часто сижу. Конечно, если больше времени уделять, она привыкает. Вот у меня был один птенец, это я его сам выкармливал. Отдал жене, он вообще ручной, не отходит. Со мной тут живет, не отлетал. Теперь у нее живет, она его не отдает, говорит, как ребенок стал. Приручить всех можно, тем более молоденьких. Так что такие вот дела у нас. Вон, на месте никто не сидит, всем полетать, даже покрасоваться не хотят. Места много, простора много. За счет этого как бы птица крепко в постоянном движении. Не сидит на одном месте. Ну, сейчас папашка поест, пойдет птенчиков кормить. Ну и что мне нравится, что в вольере как бы у них вот это какой-то инстинкт друг с другом. Погонять, защитить свое гнездо. Кто сильнее, там все лучше выбирает. Кто послабже, там похуже. Но уживаются нормально. И птенцов дают без проблем. И клетку мне он, три клетки убрал, и все, подмел с пола. Проблем нет никаких. А вот эти маленькие ферпластос были, ну, мне не очень. Так, во-первых, места мало. Там посадишь двух и все. А когда они вот так вот целые оралы, интересно за ними и наблюдать. И им тоже не скучно. Вот так вот. Вот спрашивали это там, сфотографирую. Ну, мне проще вот снять как бы видосик, небольшой обзорчик. Ну, фотографировать это лучше приезжать и смотреть. Птицы у меня не 2-3 штуки, так что выбор есть. Выбрать есть из чего. Несколько выводков разных возрастов. Люди, кто у меня брал, довольны. Постоянно звонят, мы с ними разговариваем. Из разных городов у меня брали. Причем брали зеленых, все доехали. Никто там не погиб, ни в линьке не завис. Ну, я не горжусь этим, но вот просто как есть, так и говорю. Ну, все, у всех тихий час начался. Ну, вот эти самички красавцы все. Все как один, все в папашу. Все с красной башкой такой. Грудкой синей насыщенной. А это вот от красноголовых тоже у меня забрали. Я одного оставлял себе. Тоже вот партия была. Всех забрали, одного оставил себе. Ну и вот тут самочки. Тут две самочки я покупал есть. Ну, за другой кровью. Даже не две, по-моему, три или четыре. Желтые. И две черноголовых. Все на этом, все.
Всем пока. Приезжайте, выбирайте.